Именно садовод. Срочно нам сюда понадобилось. Я потом вам объясню, зачем. Вот так вот выглядят магазины, для тех, кто не знал. А еще, по-моему, в году тут супер много разных гирлянд и вот этих вот всех идиотных штук. Все, мы закупились. Тут в основном типсы для накладных ногтей. Сейчас, когда домой приеду, я вам все покажу и вообще расскажу, зачем они мне. Итак, зачем же мне нужно было ехать на садовод? А, дело в том, что у меня зашло видео в рекомендациях. Да. В ТикТоке выложила видео о том, как я упаковываю накладные ногти. Это видео набрало кучу просмотров, и у меня посыпались куча заказов, к которым я не была готова. А теперь небольшая предыстория. На протяжении достаточно долгого времени я хотела продавать накладные ногти. Очень долго над этим думала, мне казалось, что это именно то, что мне нужно, то, чем мне понравится заниматься. То есть сам процесс дизайна, покрытие цветом, вот это вот все. И вот я думала-думала, наконец-то собралась, заказала первую партию накладных ногтей, клея, всего подобного. И вот видео зашло, посыпалась куча заказов, к которым я не была готова, и мне в срочном порядке нужно было ехать за новыми материалами. И на этот раз решила поехать за ними на садовод, потому что с доставкой я бы их не дождалась. У меня уже на тот момент было готово 8 заказов, которые уже готовы были скинуть предоплату. Поэтому материалы мне нужны были прям срочно. Ну вот как раз на садоводе, в принципе, было удобно, что я могла сразу посмотреть ногти, какая у них будет арка, какие они достаточно плотные. Нет, форма, в общем, в принципе, закупилась я там. 4 вот таких вот набора типс я там купила. Они разной формы, разной длины. Поэтому, если вы желаете, то можете написать мне в Инстаграм и заказать ногти. Вот тут у меня уже готовятся типсы для выполнения одного заказа. Ну, а наша задача с вами сегодня будет разложить все эти типсы по ящичкам, потому что у меня там сейчас жуткий бардак, и я не знаю, как бы вместить 4 коробки, надо будет что-то делать. У меня есть просто ящик, из которого вот так вот все битком валится, в котором нужно разобраться, все красиво разложить, чтобы было удобно пользоваться. И вот в этих вот ящичках нам нужно будет тоже с вами разобраться. Да, кстати, там ящики нужно почистить. И, наверное, уборку мы все-таки начнем вот с этого ящика, потому что тут будет разобраться попроще. Здесь, в принципе, все лежит в нужных ящиках, просто нужно красивенько все расставить. Поэтому сейчас я все это выложу на стол и с вами все это переставим. Ну что, с этим шкафчиком все, тут в принципе порядок, расчистила немножко места, вот тут вот все прибрала красиво, также вот этот вот нижний ящик, который я опустошила, и тут какие-то вот у меня для салона фартуки лежат, инструменты, которые я в салон ношу, вот, а вот тут вот контейнер этот с гель-лаками просто вот этот вторым рядом поставила. Сюда выложила мелочевку из первого ящика, потому что скоро буду снимать видео о покупках за ноябрь, да, уже 8 декабря, у меня до сих пор нет видео с покупками. Просто о штуках, которые лежат в этом ящике, которые я покупаю, я очень часто забываю, поэтому я их сейчас сразу сюда все выложила, и пока тут полежат. Все равно я сейчас после этого видео буду снимать видео с покупками. Ну, а мы медленно передвигаемся вот к этому вот шкафу. Вам наперед одна из самых классных покупок. Это вот этот вот штатив, который вот таким вот образом крепится к столу и вот так вот регулируется. Очень супер удобно. Я найду на него ссылку, он с Wildberries, и тогда в видео о покупках я обязательно вставлю ссылку и еще раз о нем расскажу. Ой, я знаете, что это такое в коробочке от Stalix, а здесь у меня хранится пупырчатая пленка, которую я из всяких посылок откладываю, чтобы потом ногти в нее упаковывать. Она прям плотничком тут набита. Вы не думаете, что это так пленка объема создает? Нет, тут прям плотно все лежит. You're not here.
put up the lights. The candles on the mantel, they don't flicker like they used to. With the snowflakes falling down, it's not Christmas time without you. Все, я разобралась в этих ящиках. Посмотрим, конечно, как долго продержится тут порядок. Я не скажу, что это будет супер удобное для меня хранение, потому что, чтобы достать сами типсы, мне придется вот еще те типсы доставать и эти. Это неудобнее, я по себе знаю, так бардак намного быстрее образуется. Я сейчас начну снимать вам обзор на покупки за ноябрь, а потом, возможно, мы вместе с вами сделаем один набор типс. И небольшая новость, что касается моих ногтей на данный момент. Вы все ждете видео с переделкой, но дело в том, что когда я перекидывала файлы с одного телефона на другой, последние файлы были утеряны. Как раз те файлы, в которых я покрываю ногти цветом, топом, ну вот заключительные такие. И поэтому я сделала вывод, что эти ногти скоро буду переделывать, да, вы видите, что тут происходит. Переделывать я их буду, наверное, в пятницу. И просто совмещу вам опять две коррекции в одном видео, как я уже делала как-то один раз. Потому что по графику это видео должно будет выйти в воскресенье с переделкой ногтей. И ну раз я уж в пятницу буду переделывать ногти, почему бы не объединить два видео вместе. Тем более, я думаю, вам будет не очень интересно смотреть, как я просто покрываю ногти однотонным гель-лаком. А переделывать я буду что-то, наверное, яркое, потому что беленькие мне надоели ноготочки уже. Я подобрала размеры, и теперь нам нужно из формы балерина сделать миндаль. Я думаю, теперь вы понимаете, почему мои ногти так долго не прожили. Потому что я просто пилю прямо на них. Все, я придала форму, забафила типсы. Если их не забафить, то покрытие просто пленочкой слезет из-за того, что типс глянцевый. Самая нудная, самая скучная часть закончена. Мы переходим к дизайну. Kevin's alone, not acting afraid, waiting for a white Christmas and today. Snowflakes falling down, it's Christmas time, but you're not here right now to put up the lights. The candles on the mantel, they don't flicker like they used to. Все, я доделала тот набор, сделала еще один набор. Сейчас мне предстоит сделать еще 4 набора, потом еще 2 и еще один. Вот, поэтому сейчас буду дальше все доделывать. Я думаю, видосики с процессом вы сможете посмотреть у меня в ТикТоке. Также фоточки все очень часто у меня в историях в Инстаграме есть. Фоточки и видео с процессом. Ну а на этом мы с вами, наверное, заканчиваем. Я вся в блестках, потому что был дизайн софт. В общем, с вами мы встретимся совсем скоро в новом видео. Это будут, скорее всего, покупки за ноябрь. И потом чуть позже выложу вам видео с коррекцией ногтей. Поэтому спасибо большое за просмотр. До встречи в новых видео.